своими словами допускается? Молитва своими словами допускается только в каких-то, ну, крайних случаях для какой-то вот конкретной цели. А основные молитвы, утренние и вечерние правила, от них отступать нельзя ни в коем случае, потому что эти молитвы созданы святыми отцами, которые уже вошли в Царство Небесное с помощью этих молитв. То есть они уже проверены и временем, и, собственно, самим опытом этих святых отцов. И вот лучше этими молитвами молиться, потому что они еще, кроме того, что они выражают правильно прошение к Богу, они еще и правильно формируют вашу душу. Молитвенное правило, почему так называется именно правило? Оно от слова «правило» из столярного, так сказать, искусства происходящее. Есть у столяров так называемые правила, когда нужно изогнуть, например, ножку стула там, или еще какое-то изделие из дерева сделать. Они зажимают их в тиски определенной формы. И эти тиски изгибают дерево, и оно остается вот такой формы. Правило. Вот молитва утренняя или вечерняя, она точно так же исправляет нашу душу. Она, как вот эти тиски, она берет и нашу душу, искривленную грехами, страстями и развращением мирским, она ее в этом правиле выпрямляет и убирает те раны, те огрехи, которые мы набрали в мире.